Ребят, всем привет! Сегодня посмотрим, что дают в мае в качестве сухпайка в Улан-Удэ. Так, вторая школа. Памятка, дорогие ребята. Бла-бла-бла, завершается учебный год. Мэр города, пожелания. Так, почитаем на досуге. Набор продуктов. Макароны, крупа. Сейчас мы с вами это посмотрим все поближе. Ну что ж, поехали. Что у нас здесь есть? О, у нас есть вот такой вот честный продукт. Выгодная покупка, 900 грамм. В принципе, так и заявлено. 0,9 килограммов, одна упаковка. Дальше. Печенье сахарное классическое. Угу. Бурят хлеб пром. Я такое не пробовала. Так, дети уже открыли пряники. В прошлый раз они почему-то перво-наперво открыли печенье. В этот раз пряники. Пряники и рек. Сейчас посмотрим, насколько. Ну да, мягкие. Конфеты. Яркая ночка. Ели когда-нибудь такие? Мне кажется, что мы ели. Так, молоко цельное, сгущенное с сахаром по ГОСТу. Поймайся, пожалуйста. Ты не хочешь никак поймать четкость? Блин, компот. Ну ладно, верьте на слово. Состав цельное молоко. Значит, хорошая сгущенка. Смотрим дальше. Тушенка говядина. Говядина тушеная. БМП. В принципе, хорошая тушенка. Таких здесь две банки. Угу. Другая немножко сайра. В прошлый раз была другая сайра. Что-то прилипло. Упаковщик. Так, сайра. Тихоокеанская, натуральная. Я думаю, все, наверное, когда-нибудь такую брали. Про запас. Хлопья овсяные, геркулес. Я очень люблю геркулес. А вы? Гречка. Почему-то насчет нее ходит очень много мифов. Если у тебя есть гречка, то все, ты миллионер. Особенно в период эпидемии. Гречка 0,8 килограммов. Заводская упаковка. Все дела, не развесная, да, не россыпь. Рис. Крупа рисовая, кубанская. Рис кубанский, шлифованный. Ну, в отличие от гречки, тут 1 килограмм. Так. Судя по всему, это пшено шлифованное. Первый сорт. Тоже 0,8. 8 кг. Так, яблочный сок. В прошлый раз был другой сок. Это яблочный сок, установленный светлый. Балам-балам-блам. Состав сок яблочный. 1 литр. Масло тоже в прошлый раз было другое. Сейчас масло масленица называется. Упаковка. Сколько здесь рафинированное, дезодорированное. Что-то я не вижу, сколько тут. Какой объем? 690. 690, да. Тут еще лежит какая-то вкусняшка. Вафли, путешествие по Байкалу. Честно говоря, я такие не пробовала. Дорогой мой, ты когда поймаешь меня? Четкость. Так, еще вот такие печенья премьера с сахаром. Совсем небольшие. Тут всего 100 грамм. Молоко. Ну, вот это молоко хорошее. То есть, это не молокосодержащий продукт. В прошлый раз был точно такой же. Тоже было 3,2% жирности. Ну, как видите, две пачки. Что тут еще осталось? О, еще какой-то сок.
сок яблочный. Осветленный, восстановленный. 0,2. С трубочек. Ребенку маленькому можно дать. И чай черный индийский. В прошлый раз был совсем в таком пакетике рассыпной. Ну, я оставлю ссылочку в конце видео. Можете посмотреть первый. Вот, сейчас немножко другой. Он как-то по... солиднее, что ли, смотрится. Хотя вроде тоже не пакетированный, да, судя по всему. Чай черный, листовой, мелкий. Заваривать надо. Ну вот, нормальный такой продуктовый набор. В принципе, хороший. Мне тоже все нравится. Делитесь своими наборами. Всем пока-пока!